Через 10 дней созреет парканский родничок – самый сочный, подходящий для закаток сорт огурцов. Урожайный гибрид вывел селекционер из нашего НИИ. Партия огурцов небольшая, всего 200 килограммов. Купить их можно будет только на центральном рынке в предпраздничные дни. Селекционер Павел Обручков через 10 дней начнет сбор урожая сладкого пупырчатого родничка. Такой пойдет на засолку и похрустеть. Я уже третий год именно занимаюсь выращиванием огурца сорта родничок, так как он наиболее высокие вкусовые качества имеет, характеризуется красивым цветом плода. Первый родничок от 30 рублей планируем, потому что очень большие затраты на отопление идут. Родничок более капризный, более требователен и к теплу, более длительный вегетационный период у него. Плодоношение вступает на 45-50 день, в отличие там, от голландских, которые там на 35-40 день вступают в доношение. Павел, аспирант госуниверситета, работает в НИИ. Он уже вывел крупный кубовидный перец, наш местный. Такой сейчас завозят из Голландии, скоро вырастет и у нас, а пока сезон огурцов. Малыши поспеют уже к Пасхе. Покажите огурец, который вот уже через 10 дней будет лежать в чьей-то тарелке. Вот все вот эти огурцы, вот начиная с нижних, неделя 7-10 дней, он будет уже примерно там 50-60 граммов, можно первые срывать. Первые огурцы я всегда срываю более мелкой фракции, чтобы разгрузить растения. Благодаря опыту и знаниям Павел выращивает по-настоящему вкусные огурцы. Почему получаются горькие огурцы? Горькие огурцы – это, во-первых, генетическая особенность какого-либо сорта, потому что родничок бывает разных фирм. Во-вторых, горький получается огурец от недостаточного полива при большой жаре. У меня горького огурца за 3 года я не встречал, потому что создаю благоприятные условия. У меня капельное орошение, хороший гибрид родничка. И такой проблемы не было. Все, кто брал, берут по много, коробками, даже не успевал заказы выполнять. В сезон хорошие огурцы не успевают вызревать. Забирают прямо из дому оптом. Здесь планируют собрать всего 200 килограммов. Это мало, но все же часть попадет на рынок. Хорошо, я пришла на рынок. Как вас найти, как понять, что это именно тот родничок? Ну, на рынке в этом году я буду стоять там в районе рыбного корпуса, 944 место. Все уже знают меня, кто там покупал у меня, все уже ждут родничка. Этой теплицы уже мало, и селекционер планирует расширяться еще на 20 соток. Будет выращивать больше популярного родничка, чтобы хватало всем. Катерина Воронченко и Владимир Погоня, ТСВ.